Потому что замужество дается для женщины. Мужчина что приобретает от того, что он женится? 5 минут секса, остальное время работать надо, терпеть эмоции женские, дальше дети. Это все очень нагрузка на психику большая. Что он приобретает? Ну, конечно, там забота какая-то будет тоже. Это от женщины еще зависит, некоторые вообще не заботятся. И Бог дает вот мужчине влюбленность, понимаете, это как, ну как бы типа, ну что-то надо делать, ну ладно, пускай тогда как бы вот хотя бы влюбляется мужчина в женщину, ну чтобы хоть какая-то была польза от этого всего, влюбленность хотя бы. Значит, женщине же все, вот семья — это женская энергия, то есть она, детей счастье больше всего женщины испытывает, не мужчины. Детей, комфорт тоже, как бы часто женщины не работают, мужчина упахивается. Вы можете вернуть этого человека сейчас. Вам надо заплатить цену. Понимаете, вы думали, что он должен заплатить цену, он цену заплатил. Но вы не поняли этого. Понимаете, вот допустим, вы торгуетесь, допустим, с кем-то, да, на рынке, и он сбивает цену. То есть, ну, как бы он уже сбил очень сильно, и вы такие только в азарт вошли. Он говорит: слушай, иди отсюда, а. Потому что он уже вам и так уже отдает почти за бесплатно, а вы думаете: о, сейчас еще ему как бы все равно дорого. Он говорит: так давай, уходи. Я так нашел в Индии, ну, человека, с которым много лет работаю сейчас. Просто я купил камни в одном месте, и оказалось, в 4 раза дороже. Ну, то есть редкий камень, неизвестно сколько стоит, и как бы он дал 4 раза дороже цену, я взял. Потом прихожу в другую лавку, мне говорит: ты переплатил 4 раза дороже. Он говорит: только у одного человека есть в этом городе этот камень, и он у этого человека взял, и я тоже могу у него взять, и будет, тебе будет 4 раза дешевле. Я говорю: ну, возьми. Он послал сына туда на мотоцикле. Говорит: через 20 минут приедет, и у тебя будет камень по этой цене. А тому я позвоню, чтобы он тебе вернул деньги, тому другу. Ну, я жду, как бы 30 минут, 40 не приезжает. Я говорю: вы ничего тут меня разводите, что ли, все? Он говорит: нет, нет, он подожди, он скоро приедет. Там пробка, наверное, какая-то. Я думаю, что-то тут не то. Он, наверное, сейчас мне товар будет предлагать другой. Держит меня на лапке. Потом проходит еще 5 минут, я говорю: ну все, как бы, где ваш сын? Он говорит, смотрит на меня такой: ну все, значит, все. Можешь идти. Я такой: батюшки, я теряю человека хорошего. Но я посмотрел на него, и меня отрезвило просто. Я говорю: я буду ждать столько, сколько надо. Он смотрит на меня. Как скажете. Отец вот этот его. Я ему привез эти цепочки, оказалось так все, как он сказал, я тебе сдал, я тебе взял. И 15 лет мы работаем вместе душа в душу с этим человеком после этого. А? Потому что он хороший человек оказался. Но я слишком большую цену у него, ему попросил, понимаете. Он и так ради меня там начал бегать, прыгать на задних лапках, а я типа: а это то не так, а это сюда я пошел, ну иди. Вот у вас то же самое, мой хороший. Вы сейчас в ту же самую засаду попали. Еще неизвестно, кто кому больше нужен, понимаете? Ну так, а что, вот смотрите, я, допустим, взял иголочку, засадил кому-нибудь в заднее место, и как бы, и иду сзади него с иголочкой, как бы. Он будет оборачиваться. Я скажу: что, недоверие ко мне, что ли? Он скажет: да нет, просто как-то так неловко зачастую. Олег Геннадьевич. Да никак, просто если он с вами общается, это чудо просто, чудо, что за человек вообще. Продолжает общаться после... Мне бы, если женщина сказала, вот я, допустим, вся вот... Вот, мне бы сказала, я как бы... Ну, на меня другие поглядывают, и я с ними тоже общаюсь.
Я дарю тебе весь мир. Вот сразу просто, и все, и до свидания. Это же вообще безумие так вести себя сейчас с мужчиной. Золотой человек вам достался. Добрый. Проницательный, внимательный. Качество вы сейчас. Я вижу этого человека. Спокойный. Постоянный, стабильный. Ну, может быть, вспыльчивым, конечно. Как довести можно любого. Но он по природе такой спокойный человек. Волевой, будем так говорить. Испортились отношения, не бросил. Перекреститесь. Через полгодика успокоится. Если будете дальше выпендриваться, то останетесь без хорошего человека. Просто и все.